В соревнованиях приняли участие порядка 500 сильнейших спортсменов страны. Судейская бригада была представлена судьями из регионов Казахстана и Российской Федерации. У нас есть два традиционных соревнования в год. Мы проводим Кубок Республики Казахстан и Чемпионат Республики Казахстан. Это будет 10-й традиционный турнир, имеющий статус Кубок Республики Казахстан «Молодежь двоеборья». Оценивают этот вид спорта очень высококвалифицированные люди. Это президенты федерации, главный тренер ДШНК. И все регионы Казахстана представили сильнейшие пары. Танцевальная пара Данил Смирнов и Сымбат Кизатова представляют город Кокшетау. Ребята занимаются этим видом спорта более 10 лет, имеют немало совместных спортивных достижений. Я пришел после того, как мама увидела по мне пластику и движение, она меня дала на спортивную ориентацию. Я всегда с детства мечтала танцевать, и меньше, чем правильный танец, мне нужна Имена победителей и призеров турнира будут опубликованы на сайте Федерации спортивного танца Республики Казахстан в ближайшие дни. Однако, согласно данным областной федерации, кокшетауским спортсменам удалось завоевать порядка 50 призовых мест. Зарина Беккалиева, Павел Соловьев, Жамбыл Болтаев, Кукши Ахпарат.